В спортивной школе «Быстрица» прошел Кубок Кировской области по плаванию среди детей и взрослых с интеллектуальными нарушениями. Такие соревнования проходят уже второй год подряд. В них приняли участие 38 спортсменов из Кирова, которые учатся в школах для детей с ограниченными возможностями. Некоторые из них участвуют в состязаниях впервые, другие уже имеют спортивные разряды. Каждый участник мог сам определить, каким стилем он поплывет. Юноши и девушки демонстрировали навыки владения брасом, баттерфляем, кролем на спине и вольным стилем. Они преодолевали дистанции в 50, 100, 200 и 400 метров. Причем каждый участник мог сдать норматив на всех дистанциях. Лучшие спортсмены поедут в Москву на следующее соревнование. Это один из главных стартов сезона. После окончания этих соревнований у нас 11 спортсменов отправятся в Москву на традиционное соревнование. Кубок имени Олеси Владыкиной для всех категорий инвалидов.